снова с вами педагог дополнительного образования школы 1420 Одинов Ильдар Алексеевич. Сегодня мы продолжим выполнять упражнения на коррекционной лесенке, вторую часть упражнений, которые будут немного сложнее. Еще раз убедитесь, что вам ничего не мешает для выполнения этих упражнений. Соблюдайте технику безопасности и начинаем. Так, сегодня мы выполнили вторую часть упражнений на коррекционной лесенке. В следующий раз я покажу упражнения на развитие плечевого пояса, также на коррекционной лесенке. На этом до свидания, будьте здоровы, счастливо!